Чем только не славен Нижний Новгород. Но по всей Руси, кого хошь спроси, лучше нижегородской водки нет. А как же, пшеница-то отборная, водица родникова. Ну и, конечно, всякие секреты наши нижегородские. Словом, хороша водка наша. Давеча приехал к нам заморский купец, отведал нашей водки и говорит: «Ах, ах, ах, Рускова, какой замечательный да распрекрасный продукт! Дайте, — говорит, — мне с собой в Америку увезти, новый свет порадовать». «А что? Народ у нас добрый. Бери, — говорят, — за морями-то наш тоже живут. Так, мол, им скажи, вот вам, Рускова, русская водка для русской души. Вот так-то».